Значит, вот так вот выглядит моя OSZ. Получилась довольно такой надежной. Честно говоря, ее даже можно использовать для более серьезного станка. Но раз уж так доделывать надо. Значит, в чем суть? Все то же самое. Сделано из нарощенного профиля. Сейчас сжимает один вид. Еще будет сквозной, который крепить к нижней площадке. Вот. Значит, подробно не буду рассказывать. Вот как это все выглядит. Отличие лишь в том, что сейчас и направляющие цепляются на этот же кронштейн. И, значит, сама резьба. Направляющие резьбы. Значит, а что еще? Получается, вот будут направляшки бегать. Стандартно три штуки, чтобы задать плоскость. Вот, что еще здесь из фишек? Стандартно это глухое, это сквозное для выхода винта. Значит, вот как это все работает. Переверну, держу гайку. Пошло перемещение влево, пошло перемещение вправо. Вот. Движок, конечно, здесь будет попроще. Не такой. Вот он, значит, заходит. И пошел передавать вращение. Вот. Подробно не буду рассказывать, потому что люди уже так. Затянул я, короче, это все. Значит, вот портал в снятом состоянии. Вот, насадил я на свою площадку алюминиевую. Так вот это все двигается. Это уже заготовка под OSZ. В принципе, это, наверное, уже показывал. Вот. Вывел винт. Тропластая гаечка. В принципе, тут ничего пока нового. Значит, подсобрал все таким навесным монтажом. Извиняюсь, голос сипший. Значит, электроника так навесным. Два контроллера. Или драйвера, правильно сказать. Вот это через ЛТП подключается кабель в компьютер. Блок питания. Блок питания. Блок питания. Движок раз, через эти мои самодельные кронштейны, в которых усомнились в качестве. Получились лучше, чем вот эти родные китайское фуфло. Вот. Куда надежнее и тише работают. Упер этой же муфтой, разрезанной пополам, с одной стороны и со второй. Вот. Все крутится, все работает. Ну и как бы очень хотелось запустить. Вот второй движок на кронштейне висит. От этих самых столярный для соединения, ну, деревянных балок. Значит, такой вот колхоз немножко наколхозил тут. В чем суть? Кстати, вот второй кронштейн тоже на второй втулочке. А вот, в чем суть? Это линейка, типа такая примитивная направляющая. На нее надет фломастер. То есть вот колпачок надо снимать. И он, соответственно, немножко к вертикали ходит, под своим весом вот так чих прижимается к бумажке. Вот. Сюда я ложу просто фанеру, ложу прямо на эти опоры, пока ничего еще не закреплял, руки не дошли. То есть ложу просто фанеру. Ну и сейчас увидите, что из этого все вышло. То многие уже не верят в меня. Thank you.
Подольше держу. Ты же дольше нажми. Не вы, а вы. В другую сторону. А две одновременно сможешь? Смогу, только мне нужно, чтобы... Стоп, обратно. Стоп. Стоп. Стоп.